Так, это мои вещи. Да, все. Ну, это все тече, бачите, да что? Ну, так ты ж тут кидаешь, да все тече. Конечно. Не заходи, кораблик. Учився, нічого не заходи. Не, не. По Дніпру мам надо писати. Одному тобі, і пишу зрителю, одному Самвелу цвіти попали. Ну, мама, ну господи, що ти цвіти? Успокойся, попали. А стільки подяки тобі, от усіх стран, от усіх. Зато кабучі, зато кабучі обсирають. Ой, що ти? Утренник, що це за роль? Чиї роль? В дитячому садику грати? Ну, тупиє ж, блядь. Вони своє нутро показують. Тупиє, тупиє кабучі. Не то, той, не то. Недоебані. І дуже. Тупі і недоебані кабучі. Давай, приходь до нас, якою будеш приходити. Давай, давай. Пока. Тупі кабучі. Кажи, що це за роль? Ой, актер одної ролі. Я в театрі, бля, 14 лет, а ця роль тільки год. Дебілки. Хоч би вже мололі, вже не так откровенно херню писали. Тобто, скажіть, що в мене ні одної ролі нету, чого, яка вам разниця? Просто смійтесь з мене і все. Ну, показывайте свой уровень, даже с вами говорить. Наверное, больше я даже вам отвечать не буду, потому что я считаю это недостойным себя отвечать этим кабучим, тратить на вас свое время. Все, что я вам могу пожелать, стать чуточку добрее, счастливее и здоровее, хотя бы на голову. Потому что конец-то у вас один, сами знаете какой. Вот цветы. Одна роль. Это вообще пипец. Одна и та самая играют. Когда вы что-то другое поставите, это ко мне, не ко мне вопрос. Это вопросы к театру, когда они ставят, когда они там новый репертуар какой-то. У нас и так, по две, по три постановки каждый год. Одна роль. Ой, некий котик. Я его кормлю. Вон это кошечка. Штаны. Одна роль у него. Ха-ха-ха. Одна роль стоит 20. Идешь на сцену, все тебе, ой, Самвел, ну с Богом, ну с Богом. Ну, Самвел, держись, все. Люди понимают, какой это труд. Все солисты говорят, блядь, 10 радамес легче спеть, чем одного лыса. Кабуча. Одна роль у него. Як же нравится все. А знаете почему? Потому что людям нравится умножить на ноль другого человека. Почему? Потому что они сами ничтожные. И они так и хотят, вот, чтобы мы ничтожество, и ты будь никем. Мы никто. И все его достижения, все его труды, всю его работу надо умножить на ноль. Надо сказать, что он ноль. Слышите, машина как стучит? У тебя заводился и стукнула. Не могут найти причину. Руль сделали, то руль, ну, развал схождения прям капитально. Надо было, чтобы ровно ехать. Вот сейчас она едет ровно, то есть руль ровно, она едет ровно. А то надо было так держать руль, чтобы ехать ровно. А сейчас вот он в своем положении обычно, у меня машина едет ровно. Сделали развал схождения, а это не нашли. Поменяли колодки задние. И стало стучать. Что оно стучит, непонятно. Притом, когда заводишь машину, вот, только на газ нажимаешь, такой стук сзади, стук. Одна роль. Это просто жесть. Так откровенно, ну, нельзя же так откровенно. Понимаете, это же даже некрасиво со стороны хейта. То есть это даже не по хейтерским законам действуете, понимаете. Вы даже не хейтеры, вы просто...
просто показываете, то есть уже люди вас не воспринимают, потому что понимают, что на черное, как это одна роль пишут. Он уже он три сыграл с начала спектакля. «Призрак оперы», «Летучая мышь», вот «Хитрый лис», сейчас 15-го опять «Летучая мышь», потом «Мистер Икс», потом «Травиата», потом «Турандот», «Кармен», вот я, не получилось у меня играть, потому что я не пошел на репетиции за лыса. Они поменяли сейчас меня. Все, это все мои роли, еще куча других. Короче, странно. У меня в одной сорочинской ярмарке две роли. Чосан, Турандот, Ригалетта, Травиата, Аида, Набукка, господи, не знаю, Норма, Отелло, Кармен. Любую оперу тыкни пальцем, там будешь ты. Не говоря за те спектакли, которые не идут. Был и «Князь Игорь», был и «Евгений Онегин», и «Жареный гусь», и «Побитый муж» этот, и большие есть, и маленькие. Сказок сколько. Разных там еще. Ой. Около 40 ролей в театре. Бывает же такое, что опера прошла, и все. Раз сыграли, все равно это в твоем репертуаре. Ты уже исполняешь эту роль, считается. Это ж не значит, что я должен каждый день петь эти спектакли. Это ж не от меня зависит, какой спектакль ставят. Тут две летучие мыши. И шо? Опять одно и то самое он играет. Другие играют другое, я тоже сам. Дебилки. Актер одной роли. Хитрый лис, ты будешь до старости. Дай бог его до старости играть. Это вершина. Это шикарная роль. И те, кто были в зале, я думаю, даже бы хейтеры пришли, сказали, блядь, ну да. Ну, если это, уважающие себя хейтеры. А говно. Оно будет смотреть, сказать, ой, хуйня. Короче, я понял, что кабучам все равно... Кабуча, она, их надо стерилизовать при рождении, кабуч. Стерилизация. Принудительно. Жалко, что нема. Пусть таких самых кабучей рожаете, как сами. Вчера мужики даже там говорили, господи, ЗСУ парни писали, боже, мы смотрели... Как прекрасно, Самвел, какой ты молодец, сколько ты радости даришь людям. ЗСУ, Сокопов люди писали. А те кабучи сидят, блядь, им все. Видите, машина вот руль ровно, и она едет ровно, никуда не сворачивает. Вот. А то прям капитально, вот видите, я руль даже не держу, а то капитально уходила влево, просто, сразу. Надо было постоянно вот так руль поворачивать. Так, она едет легко вообще, руль не держишь. При езде, вот когда едешь, да, оно не стучит. Когда вот это только трогаешься или там тормозишь, вот остановился и трогаешься перед машиной на дороге, вот оно тук, как будто с колеса что-то щелкает. Не руля, а с колеса. Не знаю, чего оно так, что они сделали. Как, они говорят, мы даже не знаем, как это диагностировать. Я говорю, ну если она будет стучать так дальше, ну что делать? Она ж на гарантии 5 лет, гарантия. Я обслуживался только в одном сервисе и все, нигде, все время на одном месте. Стучит. Кто-то говорит ступица, кто-то говорит диски какие-то надо менять вместе с тормозными колодками. Кто-то говорит там тормозные притрутся, не притираются. Нет, что-то вот такое есть, что оно дает такой звук. Ну, я говорю, ну звук же откуда-то есть. Я говорю, могу закрыть глаза, я понимаю, как человек поет. Мне не надо на него смотреть, щупать, трогать. Я понимаю, что он делает. Не так. Сейчас не стучит. А как люди не могут понять, откуда идет стук? Мне кажется, это же как, ну, это механизм. То есть это же организм. Ну, если все правильно. Они разобрали все, ни денег, ничего не взяли. Разобрали опять те колодки, опять все пересмотрели. То люди писали, может, болты там в колесах не, а все там закручено.
Все закручено, все сделано, а она стучит. Она говорит, она в идеальном состоянии. Сейчас не стукнула, просто тронулась. А то когда трогаешься, особенно с утра, когда она долго постоит. Как будто что-то с колеса срывается. Вот сейчас стук. Был такой стук. Непонятно, что-то буду думать. Там Киви мужчина написал, говорит, если что, подъедьте, говорит, я вас помогу. Я уверен, что это что-то то. Ну, я тоже думаю, это то есть случилось только после замены колодки. Сразу из салона я приехал, я думал, вот слышите, тук, опять вот слышно, вот, опять. Сейчас нет. Даже когда тормозишь, теперь появилось, раньше не было. Кто-то говорит, редуктор чешул. Вот сейчас не было. Вот опять стукнуло что-то сзади. Вот она, когда видите, на газ, на тормоз нажимаешь, вот и оно как-то что-то происходит. Не знаю, что оно. Когда-то в этом X-Room были. Но сейчас не стукнуло. Ну, слышно такой тук, прям ты чувствуешь. Но в руль не отдает. Дало еще 92 километра. Надо заправлять вечером. Я так могу ездить. Ой, хотел до Андрея на Игринь поехать. Тоже лазить, блядь, под машинах на вот этих колясках. Услышали? Сейчас стукнуло. Вот когда отпускаешь педаль и котится, а потом тормозишь, тоже стучит. Вот, когда отпускаешь педаль, вот опять тук. Слышали? Вот что-то там такое с колодками, че они не прилегают, че может диски, блядь, тебе менять надо, я не знаю. Если бы я был специалист в этом смысле, я бы вам сказал, я не знаю. Вчера очень хорошо прошел спектакль, жалко людей мало было. Ну, все просто в восторге. В ТикТоке люди смотрели, тоже понравилось. Ну, слушайте. Ну, сейчас нет. Так, ладно, я тут домой. Без света вредно сидеть. Что глаза портятся. Так, часы привез. Угу. Вот. Оно красивое. Вишай ты их кудась. Ого, красивые. Красивые цифры здоровья бачу. 12, 1, 3, 11, 5, 6. А что нарисовано? Так, а что нарисовано? Зверек якийсь. Який? Не хрюшка. Дивися внимательно. Дивися, не гадай. Ти дивися, не гадай. Та дивлюся. Ну, підорж ти, Самвелка. Що ж це таке? Ну, що, звір якийсь не знаю. Кури. Кури чи що? Ну, от сюди. Там таке жарпичка.
О, тут хай стоїть. Чи вам не подобається там? Ні, ну воно, бля, що нам вже впасне. Десь треба прийти. А чого воно впаде? Так. Да. Ну, туда сюди повісить по центру. Кот туди пригає, синок. Що він пригає? Він такий. Ти тут кажеш? Та ні, Сандро. Пониже трошки. Ні. Ну, але, ну що за зверьок? Така, як жар птичка чи таке щось. Що? Жар птиця. А, це птичка. А я сказала. Ну подивіться, це ж бачите? Ну та вроді би, да. Ну це да. Да, жар птиця нарисована. Да. А я просто залицю. Ну, це карта України. Да, вона дивиться ж у ноц. Оце ну, все. Да, саме да. Це карта України. А, це карта. Ну да. Карта, да. Я ж думаю, що ж воно, я на його дивлюсь. А ото що ж... Красиві, це Галя Лакшері подарила. Красящим. Дуже красиво. Просто я потикався, мне некуда и повесить. А мне некуда повесить. А де можна почепити? У мене так повесиш, оно виб'ється із цього. От там би було б хорошо, так там портрет ваш. От там би було хорошо. Ну портрет от сюди можна поставити. Дивись. Не влізе, да? Хоча, що? Ну, портрет. Так. Сейчас подожди. Ось підожди портрет. Или портрет от туда. Ось сюди, Сандарка. Ти ось сюди кажеш? А ну, я... ну да. А ну я сейчас уберу. Убрать ото все. Етьку я... выкинуть. Кого? Етьку. Етьку? Да. Здравствуйте, у меня единственная фотография. Ну так выкинуть ей, на что нам надо. Вроді би час зовсім чужа людина. Я ж його рожала не росиною. Як ти думаєш? Не знаю. Носилася стільки по больницях усе. Боляє. На що ти його рожала? Я якраз такий стафілококк ішов падав. Стільки дітей виносили при мені, як я лежала. Оце що впереді? Оці лікарства, хуярства, портрети, мартрети. Да. Отак його поставить. Збоку він не смотриться. Тільки оце все треба к чертям убрати. Оце. Я уберу зараз. Супернаграфію. Я уберу зараз. Я сама уберу, не швиряю. Я все уберу. Та ви так убираєте. Що це пусті бутилки? Ну, так підожди. Це все убрати. Едіка викидуємо. Куди викидуємо? На мусорку. Тебе чи не хватає? В Едіка викидав. Ні, ось так треба зробити. Така оце. Оце ззаді, виключи. Одна єдина фотографія з дітьми. От. Оце сюди. Отак тут. Ну що, маленьке можна ставити рядом. А оце от сюди поставити можна іконку. Іконка, хай тут. От. І туди можна поставити педіка. Я би так, знаєш, як іконку? Я би так, о, отак ось іконку. Поставила. В угол. Да. Це ж Іло, це Олеся висувала. Да, це сюди. Тедіка якраз возле іконки. Все. Все, убрати в камеру. Да. Убирати камеру? Да, да, на що надо. Я її зараз положу вон туди. Прибирати. А туди. Я поуберу. Це памперси треба сюди убирати. Якось треба куди-то це. Нехай, тільки не то, щоб ми його самі роз... Я люблю, щоб був мінімалізм. Отак красиво, да? Да? А ту ж тепер саме, а як же ж тепер сюди? А ну що воно там? Воно там отаке десь, а те, мабуть, велике. Те велике, і то треба батарейки, нема такої вас? Є. Должны бути батарейки. Є. А ну, зараз. Чи підійде сюди? Я б їх такий, щоб пониже. А ну, як покажи. Ану, це велика. Велика, значить, ану. А хоча ні. А ні, велика якась. О, ні. Ану. Ну, тікаючи як. Які включить? Інтересні часи, да? Україна і жартиця. Не знаю. А ти правильно його батарейку встромив? А що думаєш, неправильно? Та думаю, що правильно, ну, ні, правильно. Та випираю ще сюди, а та туди, так, да. Ну.
Та ні, та ні. Завести їх надо. Та ні, тут не заводяться, вони себе. А, це время переводиться. Оких штук 30. А яке время зараз? Туалет, а тихо. Время яке зараз? Щас. 6, зараз где-то 10. Так, 11:35. Разве? Здрасте. Скоро будут часы. Мне надо на 11:45 на педикюр идти. Та ну щось не работает, Надь. Ну нехай я розберусь, я подивлюсь. Та ну щось стрілки. Я подивлюсь, Андрій. Я подивлюся. Вона, мабуть, там, мабуть. Ну, вони не йдуть, вони. Боком висять. Так вони якось там вже боком і та зроблена, саме. Дірочка. Ну хай висить там. Ну хай висить, так що ж вони не йдуть? Я не знаю. Їх треба зняти, щоб я подивився, що воно там. Не треба бігти на ці. На манікюр. На 11:45 мені. Давай, тобі зараз бігом дам. Та ні, куди, вже не спів. Та спів, там відбину. Ні, Надь, ну прийдеш потім. Прийдеш манікюра. Поїси. Да, я б поняла, спасіба. Таку? Да. Я завтра. Тільки не сідай на то кресло, ще побалді дасть, блядь, часи. Які? Я? Часи побалді дасть. Нічого страшного. Ну, б'є нахер. Менше горя знатиму. Ну, я буду тебе деньги привезти, блин. Думав. В общем, щоб з манікюра прийшов поїсти. Я можу тобі пельмешок зварити, вареничок. Ні, спасибо, сама така їж. Значить, м'яско. Я, чуєш, я взяла курицю, я хотіла маленький. Зараз замариную, завтра спечу. Тобі ото надброю треба удаляти. Спечу у рукаві і ми заберемо туди. Давай сюди. Бачила, як Світу на маму підстригли? Так, ну так ти ж спасіба. Ну ти теж Саша перукар, бачиш, як підстриг? Уродували, блядь. А скільки, якщо будемо виїжджати, скільки? Не знаю, бо в мене репетиція, якщо мене відпустять з репетиції. Все. Якщо ні, то ми вночі йдемо. Ну що, ночі поміняємо. 13-го. Ну нічого. Тому що репетиція одна єдинственна, 13-го, 14-го вихідної, 15-го спектакль. Це робота, все. Даже мови не мають. Це святе. В общем, що прийшов на манікюр, надо йти. Давай, що прийшов. Давай.